Всем здравствуйте. Боря не в кадре, не в настроении рядом со мной здесь сесть. Уставший просто. А видео нужно снять. Поэтому я решила за нас двоих отдуваться. И отдуваться буду по полной. Сегодня 7 мая. Мы к вам с такой новостью. Это не шутка, это не розыгрыш, как предыдущие. Мы смеялись с Борей. Тут пошутили, тут сразу влетели. Так сказать. Как говорят, не каркай. В общем, ребята, у нас такая ситуация. Нам позвонила хозяйка недели полторы, наверное, назад уже. Просто как-то не было повода снять видео, не было возможности физически снять видео. Вот, наконец-то созрели. Значит, позвонила рассказать нам, что дом выставлен на продажу. И в любой момент его могут купить. И с момента покупки, Сашенька, хорошо, не шуми только. С момента покупки этого дома у нас будет один месяц на съезд. Поэтому мы в таком необычном положении, не побоюсь этого слова. Мы не знаем, сколько мы будем здесь жить. Там еще дом не купили, здесь уже в любой момент нам скажут, пардон, съезжайте. У нас временная регистрация еще на один год здесь. Но уже хозяева меняются. Только сменится хозяева, все. Нам нужно будет отсюда съезжать, поэтому ждем. Уже приходили потенциальные покупатели, смотрели дом, смотрели участок. Мы не знаем, что они там все надумали, то есть будут покупать, нет. В общем, мы живем, как сидим на пороховой бочке. Готовы взорваться в любой момент. Но особо не волнуемся, немножко, конечно, нас напрягает. Как сказать, неуют, дискомфорт вызывает больше ситуация, что мы не знаем, в какой момент съедем. Мы в подвисшем состоянии. Да, у нас подвисшее состояние. Нас взяли так и подвесили. Как компьютер завис. Вот и не туда, и не сюда. Похоже. На огороде мы собрали же все садить. Засадили теплицу полностью. Уже начались посадки на самих грядках. И все. Теперь что дальше делать? То есть садить мы уже не можем, нас в любой момент попросят съехать отсюда. Поэтому мы все перенесли на посадки туда, в новый дом. Когда купим, что успеем, то и посадим. Не успеем, ну и не посадим, значит. Будем все покупать, как и планировали в начале сезона. Поэтому, ребята, я, конечно, в тепличке буду работать, вы будете там наблюдать видео, какие-то урожайчики. Мы нашли выход все-таки не остаться без урожая. Все это смотрите в видео, которое про огород, да. Я там буду показывать, какие мы хитрости придумали. Ну, в принципе, не волнуйтесь за нас, все нормально, будет все так, как должно быть. Мы себя хорошо чувствуем. Да, мы спокойно, тоже спокойны. Но зависшие. Но немножко подвисшие, но это ничего страшного. Иногда нужно и подвисать, чтобы немножко отдохнуть. В принципе, у нас тогда мини такой отдых будет от огорода, хотя тут не отдохнешь. В теплицу надо постоянно бегать. Поэтому все нормально, относительно. Ждем новости, мы обязательно вас, как это сказать, уведомим. Как будут продвигаться дальше дела. Обязательно сообщим, когда у нас будет переезд. Нас многие спрашивают, когда вы переедете. Мы не знаем, ребята, мы не знаем. Делают хозяева, которые нам хотят дом продавать, документы. Мы ждем. Вот сидим, они ждут, мы ждем, когда государство доделает там какие-то корочки и так далее. Ну, справочки. Поэтому как только, так и сразу мы вам все сообщим. Все, всем пока.